В Люберцах состоялись публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Активное участие в обсуждении главного финансового документа приняли сотрудники администрации, депутаты, а также общественные деятели. Общий объем доходов Люберец на 2018 год определен в размере 8 миллиардов 783 миллионов рублей. Бюджет муниципального образования сформируется за счет налоговых и неналоговых платежей, а также безвозмездных перечислений. А расходы городского округа, по прогнозам экспертов, превысят доходы и в следующем году составят более 9 миллиардов рублей. Самые большие статьи расходов отведены на образование, благоустройство, культуру и спорт. Муниципальная программа образования городского округа Люберцы. Средства предусмотрены в сумме 5 миллиардов 36 миллионов рублей. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями округа в сумме 4 миллиарда 479,9 миллиона рублей. Строительство школ 33,9 миллиона рублей. Проведение ремонтов 54,2 миллиона рублей. Всего за счет местной казны будут финансироваться 24 программы. Это обеспечение безопасности граждан, дороги, информирование населения о работе органов местного самоуправления и многие другие. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета были признаны состоявшимися. Следующим этапом станет утверждение документа на очередном заседании Совета депутатов. Мария Лапчева, Луиза Егиазарян и Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.